В Тегеране и Багдаде проходят акции, приуроченные к третьей годовщине гибели командующего спецназом Корпуса стражи Исламской революции Касема Сулеймани и влиятельного иракского военачальника Абу Махди Аль-Мухандиса. Они были убиты в районе аэропорта иракской столицы в результате авиаудара американских ВВС. США возлагали на Сулеймани ответственность за гибель тысяч американцев, а также протестующих в Иране. Он считался наиболее влиятельным руководителем корпуса стражей. Аль-Мухандис входил в списки международных террористов. Он был заочно осужден за организацию нападений в Кувейте. Послание, которое мы хотели бы донести сегодня, это то, что мы недовольны всем происходящим. Грубым нарушением суверенитета Ирака. Мы подчеркиваем, что политика США основана на терроре. На проправительственных акциях в Иране Сулеймани называют мучеником. Участники протестных выступлений в годовщину спецоперации США сожгли портреты и чучело с изображением убитого лидера стражи Исламской революции, считавшегося одной из опор аятолл.